С сегодняшнего дня по 8 августа в Чувашии ЕГЭ будут сдавать 20 ребят, которые не смогли по каким-либо причинам сдать экзамены вместе со всеми. В основном период единый госэкзамен сдавали 5405 человек, большинство – выпускники 11 классов этого года и 413 выпускников прошлых лет. Больше 500 ребят экзамены не сдавали, так как особенностью этого года стало то, что результаты итоговой работы не влияли на выдачу аттестата об окончании школы. Заинтересованы в хороших баллах были лишь те, кто планировал поступать в высшее учебное заведение. Всего в республике организовали 36 пунктов проведения ЕГЭ. На местах запаслись масками, перчатками и антисептиками. Ребятам измеряли температуру и рассаживали в кабинетах в зигзагообразном порядке, чтобы в одной аудитории находилось не больше 9 человек. В Чувашском институте образования в режиме онлайн за ходом проведения экзамена следили 97 наблюдателей. Результаты 11 человек пришлось аннулировать, 10 взяли с собой телефоны и шпаргалки, а еще один сфотографировал контрольно-измерительный материал и выложил его в интернет. ЕГЭ проводился по 11 предметам. На ЕГЭ по русскому языку 100 баллов набрали 30 человек, по химии 16 человек, по информатике и обществознанию по 8 человек. По математике 6 человек, по истории 3, география, физика, биология по 1. 4 человека набрали 100 баллов сразу по 2 предметам.